И всем привет, друзья! Привет! Итак, у нас сегодня особенное видео. Особенное видео для нас и для нашей конфетки. Разбудите меня. И для нашей конфетки. Почему? Почему, Ля? Собираемся. В школу. Итак, друзья, сегодня у нас back to school shopping. Для нашей конфетки мы будем сегодня покупать одежду. Так, вот сейчас кто-то, если не положит телефон, вот прямо сейчас. Если кто-то не положит телефон, получит посрать. Все меня услышали, все меня поддержат, потому да, что конечно. У девушки классный папа. Да, девушка? Вот. У нас есть наметки, что нам надо, что обычно детки носят в школе. Здесь обычно нет никаких стандартов, кроме как взрослой тематики. А так, в принципе, все нормально. Предлагаю пойти в магазин H&M. А, точно, да, друзья. Мы сейчас идем в магазин H&M. H&M. Там достаточно большой выбор и... Ну, в принципе, можно большинство, да, все выбрать, что надо. Чтобы не бегать по 10-20 магазинов, мы выберем это как бы здесь. Да. У нас уже есть туфли или что-то, сменная обувь. Мы делали закупку в Калгари, в Cross Iron Mall, да. Шопинг. Да, все, сменная что мы там купили. Сменная обувь. В Украине детки не перезуваются в школах. Тачка, здрасте. Я не перезувалась. Я переобувался. Постоянно носил в пакете сменную Серьезно? Обувь. Серьезно? Да. 9 классов все? Ну, не 9, но, по-моему, там требовалось даже, особенно зимой. Короче, не. Было такое, было. Кто, у кого было, поддержите меня, поставьте лайк. У кого не было, поддержите любимую, поставьте лайк. Я точно помню, не было. Может, зимой раз, и то вряд ли. Так, ну, вот мы все спорим, давай вот скажет конфетка, что там у вас в школе? Я думаю, что ты носила, ты там типа в ботинках пришла, а все нет, потому что, наверное, ты не знала правила. Да, здрасте. Антон знал. Да, здрасте. В общем, в Канаде перебываются детки. Вот смена обуви у нас есть, и у нас еще есть кроссовки такие высокие, как бы розовенькие, да, и все, больше ничего. Да. В общем, предлагаю отправиться туда. Все, следуйте за нами. Да. Итак, друзья, мы идем сейчас в Bauer Mall, это единственное место, где есть H&M. А, точно, у нас в городе. Итак, мы, кто помнит, друзья, мы здесь были, наше там первое или второе видео, выход с карантина, мы проверяли цены, какие были. И сейчас вот мы идем опять в него. Итак, друзья, мы подходим к H&M. Маски нам там нужны, как вы думаете? А? Без понятия. Нет. Короче, друзья, так, где-то. Короче, друзья, fitting room closed. Санитайзинг. Мы на Уляну знаем, да. Какой размер ей надо. Ну, вроде бы нет, смотрите, все-таки есть скидки 60-70% на мужском. Может, я себе что-то... Так, мы приехали back to school, фокусируемся только back to school. Друзья, Ульянка нашла, вот хочет футболку себе, но это другая. Да, это... 8-10, ну, твой размер... Но она же по-другому выглядит, посмотри. Здесь Нью-Йорк так написано, а здесь Нью-Йорк так. Там, ты точно хочешь, да, такое? Я хочу вот такое? Да? Ну все, но держи, значит. Не, ну черный, зачем тебе вся черная одежда? Мы сейчас возьмем что-то цветное. Покажи, сколько стоит футболка. А черный, я вот это тоже хочу. Нет, все что? Нет, Ульян. Ну то некрасиво, но то не для детей. Нет, худи то мы не взем. Футболка прикольная. Итак, друзья, мы остановились на... Ульянка выбрала себе худи. Какое? Хогвартс, Гарри Поттер. Стоит $30. Я думаю, ты... Я предлагаю взять тебе еще и эту футболочку. Хочешь? Ну вот черную, которую ты выбрала.
Ну все, бери футболку. Ой, тут еще есть желтые. Я нет, желтые. Желтую хочешь взять? Вот, а возраст? Eight-tens? Да, eight-tens. Sport team? Да. Точно хочешь желтую? Mm-hmm. Все, $7 стоит желтая, все. Я тогда... желтую люблю, желтую, ну чуть-чуть. Правильно, надо брать не только все темное, еще и яркое делать. Уденьки и шапочку. Ну, смотри, как круто. А покажи, кто там же котенок. Да, да, да. Вот. Еще я вам, ребята, хочу показать, что я выбрала. Такая очень модная. Ну, да, вообще крутая будешь. Я сама, кстати, выбрала. Я знаю мой размер. 8 to 10. Да, ну а сколько тебе лет же? 9, а, правильно? Да. А что там наша мамуля? Я очень хочу какие-то новые джинсы выбрать. Сейчас мамуля выберет тебе джинсики. Вместе. Мы вместе, точно. Мы команда. Мы команда. Команда, зажигай. А, кстати, я еще что-то новое выбрала. Что ты там выбрала? Мне очень это понравилось. Ну, я думаю, давай мы оставим в конце, мы все покажем. Давай? Ну ладно, раз уж ты так. Красивую куртку всем показала. Эксклюзив. Что внизу? Антон, достань, пожалуйста. А, нет, нет. Друзья, пришло время обсуждений. Мы сейчас выбрали несколько видов брючек, джинс или штанишков для Ульяны в школу. Вообще-то я выбрала. Хорошо. Да, вот Ульяне понравился вот такой вот стиль. Такой кэжуал. Ну, мне все цвета понравились. Там был черный, зеленый, вот такой. Ну, мне зеленый вот этот больше понравился. Да, все, но так, давай. Но размер был только вот этот. Качество. Ну, катон. Это катон. Хорошо. Хорошо, катон. Ну, такой спортивный стиль. Итак, голосуем. Ну, да, я за. Увидеть. Да. Я за. Все, за. Все, три за. Следующий. Следующие вот такие брючки. Вот они так выглядят. Так, клетчатые. Опять сделаем. Меня смущает, что они стрейчеви, и, возможно, после стирки они... Резинка? Ну, после стирки они просто сядут, они короткие станут. Думаешь? Я боюсь, я не знаю. В общем, такие классические. Ну, а тоже катоновые? Ну, да. Да, вискоза и катон – это хорошее сочетание. Угу, хорошо. В общем, что-то типа так, как бы… Кто да. согласен? Кто согласен? Классический. Кто согласен? Я за. Я за. Ну, посмотрим. Я пока воздержусь. Хорошо. Ну, пока отвесим, выбираем. Пока положи в сторонку их. Да, хорошо. Следующий. Джинсы. Со стразами. Джинсы со стразами. Катон. Стиль. Skinny fit. Хорошо. И еще, если она в талии небольшая, то можно подтянуть вот эти, ага, есть хорошо. Резиночки, а вот здесь нет. А, то есть, точно, если точно. Они могут быть большие вот здесь. Да, да, да. В общем, здесь итак, есть резиночки. Голосуем. Ну, не сильно мне нравится. Мне они нравятся. И мне нравится. Откладываемся, нет, два. Сторонку, да. Следующий. Дальше. Вот эти мне больше нравятся, потому что с дырками. А, точно, да. С дырочками. Да. Стиль у нас получается какой тут? Леггинсы. То есть они, по идее, должны обтягивать, да? Я за. А ты на все, я тоже за. Я за, да.
Все, отвешиваем. И, так, у нас... кстати, в талии резинка полностью. Ага. Так, у нас двое пар пока. Да. Следующие. Так, штаны. Вот этот вариант как бы на маленькую, но... Что на маленькую? Но это ее возраст. Но они хорошие, плотные. Да. Так, это тоже кэжуальный вариант. Хорошо, а под что она может это надеть? Ну, футболки, кроссовки. Ну, да, это понятно, а вверх? Футболки, курточка он ее, вон. Ульян, как тебе такой? Нет, я не за. Ты не за? Ну хорошо. Блин, ну такой картоновый хороший. А, да. Все, я за, мама за, ты воздержалась. Так, розовые штаны, стиль скини. Есть резиночки. Есть тани. Резиночки. Я за. Я за. Не очень, я не знаю. Потому что сердечки мне не нравятся. Не нравятся кармашками сердечки? Так, Ульяне сердечки не понравились. Потому что жизнь может быстро выпасть. Выпасть? А ты что туда ложишь? Да, что ты туда ложишь? Я могу копейки положить, я не могу... В школу ты копеечки туда не будешь ложить. Да, когда у нас там типа айскрим продавается, я могу положить. Так, хорошо. Супер модные джинсы. Да. Я за. Они называются релакс, друзья. Я за. Так что я тоже за. Это первый раз, когда она что такое. Ну да, это будет, да, прикольно. Под эту курточку как раз вообще будет супер. Такое будет свободно, классно. 8-9, а нет побольше. 9-10 нам надо. Просто, а ну, убери немножко так. Просто. Нормально. Нормально, убери. Они короткие немного. А давай 9-10. Давай. Ну так, что? Да, друзья, все, вот мы определились, проголосовали. Мы берем 4 пары. Пары. 4 пары, да. 4 пары. Да. 4 джинс. Да, цена какая каждого? У каждого в среднем где-то $25. 25. Вот. Ну, 30, 25. Средний. Ну да, хорошо. Все, что нам осталось еще? Кофточки. Ульяна уже себе парочку выбрала, курточек, пару кофточек. А вы эту курточку показывали? Да. И она может сейчас померять ее, кстати. Она да, я думаю, она будет круто выглядеть. Ну, посмотрим. Ну, давай, одевай. $35. Мне надо бы еще очки для этого, ну. Очки ж ты не любишь. Да, он есть, ты не носишь. Постоянно то в машине. Но... Ух ты, диско. Вау. Не, ну красивая, конечно. Друзья, мы еще выбираем Ульяны кофточки. Кстати, итак, первая модель. Это чтобы, если вы не видели, показ. Ну, другая. Давай. Сейчас. Давай, что одеть. Сейчас, знаете, такой одеть. Маленький, а-ля маленький медвежонок. Ну, не маленький, может, это и есть. Смотрите, как она блестит. Вау! Какая ты модная! Так, все, давайте голосуем. Я за. Я за. Все, первый пошел, второй вешаем. Все за, все за. Так, номер 2. Не, туда, пожалуйста. Номер 2. С котятами, кофточка. Ульяна, как тебе? Ну, нормально, да, я, согласна. Катон? Мне нравится, не знаю, не смотря, мне нравится то, что капюшона нет. Ага. И, потому что она не поправляет, и если курточка, капюшон, она как горбатая ходит. Угу. То есть... Не знаю, мне цвет смущает. Да? Не, мне нравится. Хотя, кажется, в принципе, прикольно. Нет, это полиэстер, не, мы точно нет. Нет, все, мы полиэстер не берем. Так, сразу ушло. Так, следующее. Ух ты. Так, бабочка. I'm interactive. Цвет кстати, хороший. Если не знали, что у меня брейсера больше нет. А ну покажи. И мне, кстати, делали такой вот кейс, где это типа брейсер, но ты их можешь снимать. Ретейнер. Если не знаете, то закачайте на имиджес, да, и посмотрите, Google. Что это такое. Да, ну, да. Мы подложна. Так, все, сейчас тема не об этом. Мы выбираем тебе back to school одежду. Катон вроде. Катон, да. Голосуем. Да, я за. Ну, возможно.
Мы потом тогда еще да, подумаем. Тогда отвешивай. Раз возможно. Я за, один выбираю. Возможно. Я выбрала голубой. Отвешу. А голубой только... Она за. Она всегда. Голубой и спарклс. Так, все, конфетка. Все. Просто они похожи, и я хотела вот так выбирать, какой лучше. Хорошо. Нет, я нет. Нет? Да. И чего, из-за сердечек? Розовый. Нежный. Не, Ульяна уже выросла. С единорожков, сердечек. Я уже следующий. Следующий. Ух ты. Да. Я за. Я да. Мне не нравится розовый, только вот такой какой-то цвет. Катон. Все, не оставляем. Не номер, номер два. Розовый, только мне типа, чтобы вот так было, не все. Да, все, хорошо. Хорошо, оставляем номер два. Так, ну, не знаю, за. Как-то слишком чалдиш. Скучно, да? Как-то детско слишком, не? Что бабочки слышали? Какие-то. Да. То есть вот это лучше? Нет. Вот это. Все, отвешиваем. Мы потом еще выберем, посмотрим. Вау. Вот я это. За вот это. Я за вот это. Я тоже за. $20 это хорошая цена. Я бы в своем магазине не купила. $20, да? Да. Так, у нас уже три есть. Ну, это с этой это же тоже серии, с той же серии, да. Нет, отвешиваем. То же самое. Нет. Вот это миленький. Майку я хотела. Да. Майку, да. Она все, майку берем, да. Нет, ну да, да. Такой да. Цвет. Желтый мне нравится. Да это не чисто да, желтый, это вот такой. Это но желтый. У тебя желтый уже вот, да. А вот это да. Да. Все. На 1 сентября или какой-то там получится. На праздничек, да, можно? А еще вот это. И вот эту за. Да. Да, все. Что-то юникорны выбрали. Значит, смотрите, друзья, подведем итоги. Подведем итоги. У нас раз, два. Показывай давай. Раз, два. Кофта, майка. Кофта, розовая. И вот такая вот чубейка. Ну и все, остальное мы показываем. Ну это, возможно, магазин. Ходить с нами. Да? За О, точно, ну, да. Есть... Хорошая идея. Ну? Это ее уже покупки. Да. Мои модные, твои юникорны, а ты уже... Так, ну а все, тихонечко. А будем показывать дома, как ты выглядишь у них? Хочешь? Не знаю. Давай. Давай, все. Мы идем на кассу, да? Да. Все. Так, друзья, вот мы сейчас на кассе, будем рассчитываться. Ульянка довольна? Конечно. Потому что я выбрала, что хотела. Точно. Представляете? А мы еще в один магазин пойдем? Не, мы сейчас поедем до Юры, нашего фотографа. Выбирать фотографии. Это, мне нравится магазин H&M. Но точно? Для Ульяны я много что здесь покупаю. Для себя я... Да, для себя я ничего не нашел. И вообще да. Ничего. Так ты не ходил. Ходил. Это для молодежек. Да. Молодежи. Для я. Девушек. Как я, молодежь. Я молодежь. Итак, друзья, крупная закупка Back to School Ульяне. Ты думаешь, удалось? Я выбрала все, что я хотела. Друзья, у нас получился чек, вы не поверите. $345. Не. Ульяна, ты довольна? Да. Ты купила все, что хотела? Угу. Да, хорошо, я рада. Хорошо. Мы выяснили, что Ульяне больше не нравятся сердечки, бабочки, юникорны. Юникорны. Розовые. Но ей понравился черный цвет. Ей нравится более что-то такое модное, блестящее, ближе к тинейджерам да. Уже. Ну, это и нормально. Ну да, так как она у нас растет потихоньку, поэтому да, давай, все. Друзья, всем, что там, доброго утра, вечера или дня, оставайтесь с нами. Да.